Сначала скажет, пока не сверление трафтит. Отверстий большого диаметра в листовом материале, а именно в нулевом шпангоуте Бичкрафта Мушкетера, ступенчатым сверлом, новинкой. Денис Евгеньевич, да вы дрелью не умеете пользоваться. Я попросил. Мери, Серег. То, что раньше приходилось бы делать напильником, сейчас быстро и удобно можно сделать ступенчатым сверлышком. О! Это? Разъем пролазит. Аккуратные отверстия получаются. Быстро, удобно. А теперь мне от этого провода нужен фланец, чтобы двушечные отверстия сверлить. Иначе я там не попаду. Как это? Ну да. Давай.